Ну-ка. Подъем. Так просыпаться неохота. А как мне не хотелось. Будил. Ну ты что, я же опаздываю. Я так сладко спала, я не хотел тебя будить. Мне на работу. Ну, ой. Ну, хочешь, я поговорю с твоим начальством? Хочу. Ну, тогда иди сюда. Что? Приехали? Да. Ой, Игорь, я у тебя браслет забыла. Приеду, верну. С процентами. Игорь, а все-таки... Лида. Может, договорились. Будь умничкой. Никаких слез, рыбка. Хорошо. Никак нет. Виноват, Евгений Анатольевич. Опять дорогу? Опять, Петрович, опять. Пусть у тебя поживет пока. Кстати, Петрович, Костю, попросите, пусть на стоянку отгонит и ухаживает как за родной. Только, Петрович, вежливо попросите. Так, устав есть. Хорошо. Свидетельство, сертификат, лицензия. Есть. Вроде ничего не забыл. А тебе Лида продублировала документы все на диск. Ты меня слушаешь? Конечно, старичок. Только ты очень нудный, как моя бабуля. Ой. Перед выходом в школу она меня досматривала как таможенник. Очки ранят, спинал, брекеты в зубы. Ты эти брекеты отковыривал еще в подъезде и перекладывал из ботинка в карман плюшевую мышь. Который до смерти пугал в школе Лиду, да. Доброе утро, Лидочка. Доброе. Спасибо. Ну, приедешь там, отпишись, какие у нас перспективы на Дальнем Востоке. Ну, старичок, Восток – дело тонкое, а тем более Дальний. Чего ты напрягся-то? Я все помню, ничего не забыл. Потому что ты раздолбай, ты легкомысленный раздолбай. Я не раздолбай, Шурочка, я удачливый бизнесмен, которого судьба просто обожает. Сплюнь, дурак! Сдайся, враг, замри и ляг. Успехов. Давай. Это Артур уже, наверное, да. Алло. Саня. Да, Артур. Не реви. Ну, конечно, проводил Игоря, сейчас приступаю к работе. Лида, Саня просил какой-то диск забрать. Что? Диск забрать у тебя. Вот диск. Так. Это есть. Это тоже. Ну, все. Пока, рыбка. Игорь, не уезжай, пожалуйста. Так, Лида, подожди, сейчас сожрём. Пусть выходит, мне все равно. Я же не любовница какая-то. Ну, конечно, ты не любовница, мы... Уже договорились подождать. Да. Нам же хорошо вместе. Ну, конечно, хорошо. Вот я сейчас дела быстренько налажу, вернусь и сразу все всем расскажу. Ты же на полгода уезжаешь. Так, я уезжаю всего на полгода. И заодно проверим, насколько нам плохо друг без друга. А мне уже плохо. Ну, я тебе рыбок привезу, ты же их любишь. Что? А ты себе аквариум скажи. Когда я буду куда-то уезжать, тебе будет не так одиноко. Не грусти.
Девочка, рыбка моя, я очень надеюсь, что тебе понравится мой подарок. Простите, пожалуйста, это дом 9/12? А, да. Да? Спасибо. Здравствуйте. Вас приветствует Дольче Вита. Соединяем сердца. Это вам. Как приятно, что поклонники не забывают мое искусство. О, записочка. Сейчас, секундочку. Так, рыбка моя золотая. Ого. Я все обдумал и понял, что готов. Так. Сделай же меня самым счастливым человеком на свете. Уж и стань моей женой. Как мило, да. Но подписи нет, без подписи. Это тоже вам. А! Ой! Ой! Наверняка это Николай. Хотя... Такой изысканный букет. Нет, скорее всего, это Сергей Львович. Вот тут надо подписать. Ага. Уже подпись? Может, это вы, мой тайный поклонник, а? Молодой человек. Нет. Дольче Вита всегда к вашим услугам. До свидания. До свидания, молодой человек. Безобразие. Что значит одинокая, беспомощная женщина? Нет, надо снова замуж. Вы вовремя, Сергей Львович. Ла-ла-ла-лам, па-пам, па-ла-ла-ла-ла-лам. Ну что, позвонил? Нет. Ну, Лидка, если с днем рождения не поздравил, то это все. Это туши свет. Либо забыл, либо... Либо того хуже. Слушай, ну перестань ты. Ну что перестань? Что делать ты собираешься? Я не знаю, что мне делать. Лида! Лидочка. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, я что-то не могу найти. Лид, что с тобой? Чего? Чего? Все хорошо. У меня все очень хорошо. Так, посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты сегодня завтракала? Да. Нет, очень хорошо. Пойдем сейчас с тобой в кафе. У меня для тебя есть такой сюрприз. Я тебе хочу. Покажу, и ты мне потом еще расскажешь, хорошо или нет. Никуда не уходи, одевайся, я сейчас. Что? А вот еще один. Спасибо. Спасибо большое. Идет лекция по математике. Сидят в аудитории три студента и лектор.
пятеро встают и выходят. Электор говорит, сейчас выйдут еще двое, и никого не останется. Какой ты смешной. Спасибо, что ты у меня есть. Ты это сейчас серьезно сказал? Конечно. Ты добрый, умный, веселый, надежный, обаятельный. Не надо. Не надо останавливаться. Не надо, да? Все хорошо. Давай. Ну, вот и осень. А я люблю осень. Слушай, кажется, только вчера Игорька проводили. Полгода прошло уже. Эх, интересно, как он там. Совершенно неинтересно. Линочка, ну он же друг наш. Ну... Очень хороший друг. Хоть бы два слова мне написал за полгода. Вот ты не знаешь Игоря. Приедет на колени и умолять будет о пощаде. Ну, а если не будет, я его заставлю. Я же сильный. Не только сильный, ты еще и добрый, умный, надежный. И фирма своя. И фирма своя. Только почему ты до сих пор не женат? Тебя жду. Ладно, я серьезно. Я серьезно. Момент. Что? О, Господи. Леночка. Саш, да ты что? Леночка. Саш, ты что, с ума Лидия Андреевна. Сошел? О, Господи, ты что? Лидия Андреевна. Перестань. Не согласились бы вы стать... Кто? Подожди, пожалуйста. Игорь. Алло, да, старичок? Ну, занят, говори. Ага, понял, хорошо. Да. Рядом. Дай мне трубку, пожалуйста. Что передать? Отключился. Просил передать, что привезет тебе рыбок. Лидочка. Ты мне не ответила. Я согласна. Да! Ай, поставь меня, поставь! Лидочка, душа моя, солнышко мое. О, держись! Я так рад, я так боялся, что ты мне откажешь. А ну перестань, люди вокруг смотрят. Пусть смотрят, я готовился. Ну, Саша. Сейчас. Ура! Игорь Анатольевич, вам слово. Так. Мы ждем. Все с шампанским? Да. Да? Так, друзья. Я собрал вас, чтобы сказать, что наконец-то открыт первый филиал на Дальнем Востоке. Наш первый филиал, друзья, и удача играет на нашей с вами стороне. Ура, да, так что ура, Игорь! Повод у нас есть и не один, друзья, и не один, и не один, друзья, и не один, и не один. Ой-о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 й
потом, да? Потом, все потом, все потом. Дорогие друзья, мы безумно рады, что Игорь Анатольевич снова вместе с нами. Ну? Он сумел в рекордно короткие сроки создать и запустить наш первый филиал. Да! Ура! 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 Однако, это не единственное событие сегодняшнего дня. И я с радостью сообщаю вам, что наша дорогая Лидочка выходит замуж. И ее избранник трудится в нашей компании. Этот счастливчик – это я. Александр Васильевич, как это здорово! Спасибо. Лида, я не... С возвращением тебя, Игорь. Спасибо, рыбка. Хотя, прости, теперь я не могу тебя так называть. Да, теперь ты не можешь меня так называть. Лида, я не понимаю, что это? Что именно ты не понимаешь? И где мои рыбки? Рыбки? Рыбки. Рыбки тебя волнуют. Завтра же займусь.
Да, пап. Да, привет. Да, да, уже дома. Ну, конечно, приезжай. Мне без тебя с ремонтом не справиться. А чё ты такой смурной? Случилось чего, а? Извини, закашлялся. Да нет, какой курить? Я ж бросил, ну. Да ну, серьезно бросил. Так что-то случилось. Литка? Ничего себе. Вот Сашка молодец. Ну-ну, молодец. Вот это по-нашенски. А ты что хотел? Чтобы тебя всю жизнь ждали? Ну, ладно, ладно, не кисни, не кисни. Я приеду, поговорим. Хорошо? Ну, девка молодец. Просто молодец. О, привет. Ты уже здесь? Командировка на тебя хорошо повлияла. Это акклиматизация. Организм еще не привык. Готово. Я, значит, пока рыбок подешевле сюда запустил, чтобы они все обжили. А потом я сюда запущу гупешек и бальбусов тоже. А почему количество нечетное? Потом будет четно. Бальбусов надо так держать. Одна самка и два самца. Подождите, одна самка, два самца. Это что, матриархат? А потом я гупешек сюда запущу, а у них все наоборот. Один самец и две самки. А у них как-то бывает так вот, чтобы идеальная пара была? Бывает. Меченосцы. Я их пока на карантин посадил. А вот, кстати, видите, видите? У самца-меченосца на хвосте меч. А зачем ему меч? Самку от посягательств других самцов защищать. Угу. Мужик! Спасибо. О, спасибо. Ну, подрастайте. Старичок, нам кого-то надо на Лиды на место взять. А что, она тут больше не работает? Ты понимаешь, я подумал, негоже ей в статусе моей жены в секретарших ходить. Пусть сидит дома, детей рожает. Каких детей? Что, уже? Да нет. Закрой глаза и вытяни руки вперед. Закруглась. Открывай. Угодил? Аппарат. Там фары горят. Будешь ломать, отдам соседскому мальчику. Эх, Игорек, помнишь, как мы с тобой начинали? Офис в подвале, старый мэрс, один на двоих. И секретарша одна на двоих. Да, Лидочка нам помогала тогда здорово. Посмотри на него. Ну. Последнее, владивостокское предупреждение. Что такое? Ресторан Венеция честь имеет пригласить по поводу помолвки. Старичок, это что, ты женишься? Да. Ты чего молчал? Где познакомились-то? Там. В командировке? Как у тебя все получилось-то удачно. Да, удачно. А чего выбросил приглашение-то? А мы хотели в субботу отметить, а у нее прилететь не получилось. Вот теперь придется, кстати, ресторан отменять. Тут подожди, не отменяй ресторан. Не отменяй, я хотел помолвку тоже отметить. И почему бы не в субботу? Венеция — это любимый Лидин ресторан. Может, мы вместо вас, а? Добро? Добро. Спасибо. Так а чего твоя не смогла приехать-то? Шпильки и сумочки не успела собрать. Ты ей помоги. Девушек одних надолго оставлять нельзя. Я пошел. Да, это точно. Ой, что это? Сейчас. Сейчас будет все путем. Это ой. Что еще? Раз, 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 два. А я милого. А что-то не попали, пацаны. Давайте еще раз. Давайте. А я милого узнаю, да по походке. Он носит, он носит барёки, а галифе. Он носит на панаму
остается мало. Зачем, зачем я полюбила вас? Раньше я ведь этого не знала. Теперь же я страдаю каждый час. Сигареты не будет? Ну, сейчас. Игорь Анатольевич, вы же не курите. Да я и не пью. Домой в Москву он больше не вернется. Оставил только карточку свою. Домой в Москву он больше не вернется. Вот Лидка, ну, вот тихушница. Выселила же все-таки своего Шурика, а? А что ты хочешь? Старая любовь, она никогда не ржавеет. Они с детства вместе, он, она и Ветров. Слушай, ну если бы я выбирала, я бы... Ой, я бы выбрала, наверное, Игорька. Такая душка. Душка, знаем мы этих душек. Поматросят и бросят. Для жизни таких, как купцов, нужен. Маленькие, толстенькие, с кошельком и без запросов. Я недавно слышала, как Лидка Купцова называла. Хомячок. Эй, Игорь Иваня. Подержи, подержи, подержи. Женись. Игорь Иваня. Я так счастлив. Я к тебе хочу сказать спасибо. За что? А за что? Я-то думал, что Линочке ты больше нравишься. Она молодец. Она знает, с кем лучше. А что это с тобой лучше? Ты заложник. Вот этого своего всего, как тебя... Ты красивый, на тебя бабы вешаются, и ты должен этому всему как-то соответствовать. Вот не жить, а соответствовать. За соответствие. Ой... Лида, там Сашка уже в кондиции, уже пора забирать, наверное. Пойду такси вызову. Что? Чего? А чего так смотришь? Ничего. Игорёня, ты проведи Лиду, пожалуйста, домой. А то я что-то не в состоянии. Лидочка, ты прости меня, а Гарик тебя проведет. Вы же в одном доме живете. Твоя невеста не будет против? У него невеста красавица. Ты сказал мне, как зовут? Ты не сказал. Ты не спрашивал, старичок. Пойдем. Держись, старичок. Ну и где же это вы с ней познакомились? Там. Или там. На востоке. Интересно было бы посмотреть на нее. Так еще насмотришься? В смысле? А Сашка предложил ее у нас поработать. Ты можешь быстрее ходить за мной? Плетешься, как черепаха. Лида. Что? А ты его любишь? Кого? Ну, кого, Сашку. А ты свою невесту любишь? А я первый спросил. Я второй ответил. Ну, Саш, какая тебе вообще разница, кто кого любит, не любит? Началось. Да, началось.
Ты же никого, кроме себя, красавца, не замечаешь. Да. И то, что вокруг люди тебя страдают, думают, чувствуют. Да. Главное, чтобы костюмчик сидел и соответствовал положению. Правда? Вы что, сговорились? Вот не надо. Не надо меня провожать. А я тебя не провожаю. Я домой иду. Вот иди. Так я пошел. Догони. Давай. А то невеста будет ревновать. Дальневосточная. Тоже. Алло. Алло, да. Мария Леонидовна? Да. Очень приятно, вас беспокоит Игорь Ветров из московского офиса. Игорь Анатольевич, очень рада вас слышать. Мария, я помню, когда я уезжал, вы говорили, что хотели бы перевестись из вашего филиала к нам в Москву. Да, было такое желание. Так вот, если вы не передумали, у меня есть для вас работа. Саня, ты что тут в воскресенье в такую рань? Гарька, привет. Да я что-то брел, вот гулял, добрел до офиса. Смотрю, как два мужика за одной бабой гоняются, унизительно. Это я о рыбках. А ты чего здесь? С документами надо разобраться, а дома как-то не работает. Господи, как же голова болит. Ну, надо меньше пить. Да ладно тебе, повод такой, свадьба все-таки. Твоя невеста когда приезжает? Завтра. Гарька, как я за тебя рад. Слушай, ты меня прости, я что-то вчера перебрал, наговорил тебе кучу гадостей каких-то. Извини меня. Да перестань, ну с кем не бывает. Так что, мир? Труд май. Ариадна Семеновна. Ага. Здравствуйте. Здравствуй, Игорюша. Здравствуйте. Вы комнатку сдать не хотите? Вам. Нет, ко мне знакомая приезжает, а мне ремонт как назло. Ну, почему бы и нет? Все же веселее, чем одной. А вы с пробежки? Да. Потрясающе выглядит. Я же замуж скоро выхожу. Ариадна Семеновна, вы разбиваете мне сердце. Ну, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь так. Я, может быть, и передумаю. А, ну это другое дело, да. Откройте. У вас шутки? А я, между прочим, знаете, какая в молодости была? Хо-хо! Коллеги, тендерная комиссия заседает в четверг. Пожалуйста, в среду у меня здесь будут партнеры, чтобы у меня были все материалы. Александр Васильевич, мы не успеем. Мы потеряем иначе клиента. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Мария. Я Александр. И очень рад за вас с Игорем. Мария устала, она с дороги. Еще познакомитесь. Пожалуйста. Я не устала. Устала, устала. Давай поможем. Приступайте. Я не поняла, о чем сейчас говорил ваш партнер. Мой партнер полностью уверен в том, что вы моя невеста. Но это не главное. Добрый день. Что же, простите? Сейчас и я попрошу вас поверить в то же самое. Только давайте пройдемся. Здесь очень тонкие стены. Что ж, Маша, я
Очень рад, что вы поняли меня. И что у вас есть чувство юмора. Я надеялась, что моя работа будет связана с профессиональной деятельностью. Она и будет с ней связана напрямую. Поймите, Маша, вы не только спасете будущий... Давай на «ты». Иначе какие мы жених и невеста? В общем, ты не только спасешь будущий брак Лиды и Саши, ты еще спасешь целую компанию. Потому что зачастую конфликт двух ключевых фигур ведет к развалу бизнеса. Сашка мой лучший друг. И я не хочу, чтобы из-за Лиды наши отношения менялись. В общем, он не должен даже догадываться о том, что у нас с Лидой что-то было или даже может быть. Так что справишься, нет? Справлюсь. В таком случае, поехали, я тебя поселю. Я буду жить у тебя? У меня ремонт. Но я договорился с одной женщиной, ты поживешь у нее временно. Ну, правдоподобнее, когда влюбленные живут вместе, или он хотя бы за ней заезжает. А я и буду за тобой заезжать. На лифте. Ну что, не пуха? К черту. Спасибо. Здрасте. Слушай, ты иди, это надолго. Да, Артур? Да, да, прилетел. Тут перекладывает все, я не понимаю. Ну, о, господи же, засунул. Можно? Кто это? Александр Васильевич, это Маша Румянцева. Ой, Маш, проходите, пожалуйста, я наверху сейчас спущусь к вам. Господи, боже мой. Простите, Маш, я такой неуклюжий. Сейчас мы все это быстренько, вот прямо сюда. Ага, спасибо. Спасибо большое. Все. А что это? Это чудо-город. Ну, это я так для себя в свободное время развлекаюсь. Очень красиво. Вам правда нравится? Да. Оригинальный замысел. А вот это что? Идемте, покажу вам. Это такой парк вертикальный. Он будет вот здесь. Я его еще не сделал. А вот это 1, 2, 3, это полые цилиндры такие. В них будут крепиться струны, и когда подует ветер, они будут звучать. Хорошо, до вечера. Да-да. Это уже совсем другое дело. Так приходит и говорит, а я вас что просил? Шикарный, я обожаю. Недавно рассказали, я чуть не упал. Привет. Вот еще один. Идет лекция по математике. В аудитории лектор и 3 студента. Вдруг выходит 5 человек. И он говорит, сейчас двое еще зайдут, и знаете, никого не останется. Да? Между прочим, рабочий день уже начался, вы не заметили? Не ворчи. Маше нравится мой чудо-город. А еще анекдот мой тоже. Александр Васильевич проделал огромную работу. Если бы я была инвестором, выбрала бы только вас. Когда вы сдаете проект? Мы участвуем с другим проектом. С каким? Вот этот подаем с партнерами. Этот, конечно, тоже хороший. Но почему вы не хотите чудо-город подавать? На мой взгляд, он намного интереснее. Мне кажется, не прокатит. Там дядька серьезный сидит, инвестор. Хромов зовут, скажет, ребячество и детский сад. Почему? Если к презентации подойти, правильно все получится. У меня есть опыт в таких делах. Так, может, ты нам, несмышленышам, еще и мастер-класс проведешь? О, Маша, осторожно. Игорь у нас не терпит конкуренции.
Хорошо, я тогда согласую свои предложения с Игорем Анатольевичем. Игорь Анатольевич, вы меня примете? Игорёк, где ты раскопал это сокровище? Александр Васильевич. Можно просто Саша. Маша, я не сомневаюсь, что с вашими способностями вы бы продали даже такой проект, как «Чудо-город». Однако у нас сейчас в приоритете бизнес-центр для Хромова. Давайте туда приложим ваши усилия. Игорь, предлагаю Маше тебе в замок. Так, может, сразу на мое место? Чего скромничать? Да ладно тебе. Куда я без тебя? Однако помощь тебе не помешает. Так что, берешь замок? Или я к себе забираю? Ладно. Секунду. Черт побери, да где же у нее кофе-то? Сделать тебе кофе? Сделай. Чего ты кипятишься? Конкуренции боишься? Или приревновал Купцова? Ну, знаешь, впечатлить решила. Тебе с сахаром? И ведь твоя невеста должна соответствовать. Успокойся, Мария Румянцева. Твоя должность невесты – пустая формальность. А будешь брыкаться – отправлю обратно. И я пью без сахара, ясно? Извините. Познакомьтесь. Маша. Моя невеста. И Лида. Невеста Саши. Очень приятно, Лида. Мне о вас Игорь рассказывал. Будем знакомы. А мне вот почему-то Игорь совершенно ничего о вас не рассказывал. Странно, да? Извините. Меня ждет Саша. Миленький, я тут. Иди ко мне. Это тоже формальность? Кофе ужасный. Ай, вот ты, родной. Сейчас тебя подкорректируем. Все сделаем и поправим. Ну и кем она будет работать? Заместителем Игорёня. Прекрасный карьерный взлет. Вот что значит удачное знакомство, да? Вот что значит красный диплом, опыт работы. Конечно. И у нее еще целая куча других достоинств. Ей, кстати говоря, понравился мой чудо-город. Еще бы он ей не понравился. Лидка, да ты ревнуешь, что ли? Я? Делать мне больше нечего. Да ты ревнуешь. Сань, забыл сказать, Артур звонил. Сегодня вечером в боулинге с инвесторами встречаемся. Будет сам Хромов, так что надо будет уж как следует пос... Вечером в боулинг играем. Хромов будет, Артур договорился. Это здорово, очень хорошо, надо готовиться. Лид, ну что с тобой? Чего, мне просто очень не нравится там... Маша и... Вообще, мне кажется, с ее приходом мы потеряем Игоря. 15 лет мы дружили с Игорем. И вдруг потеряем. Ничего. Какой же ты смешной. И наивный. Расскажи мне про Хромова, пожалуйста. Кто он? Наш потенциальный инвестор – важная птица. Ведет уединенный образ жизни. В отцовке не ходит, интервью не дает. Мало кто знает, как он вообще выглядит. И то, что он согласился на встречу, это уже чудо. Ну, нам надо с ним подружиться. Попробуй. Не злись. Ариадна!
Анна Семеновна, это я! Добрый вечер, Машенька! Добрый вечер! Я сейчас ухожу, в боулинг иду! С Игорешей? Да! Вы меня восхищаете! Да-да! У вас с ним роман? Простите мое любопытство. У нас с ним сделка. Какое-то время изображаю его невесту. А он дает мне работу в главном офисе. А зачем понадобилось изображать его невесту? Бизнес спасаю. Ах, Машенька, вот я на вашем месте, я никогда бы такой шанс не упустила. Какой шанс? Замечательный шанс стать его невестой. Игорёша красив, обходителен, обеспечен. Мечта любой женщины. Только он мечтает о другой. Бесполезно. Машенька, разве могут быть достойные соперницы у такой умницы и красавицы, как ты? Ой, быть я помоложе, я бы такую добычу не упустила. Вы это серьезно, Рята Семеновна? Ты, если что, обращайся, деточка, подскажу. Я очень опытный охотник. Да что ж ты не идешь-то? Ну что, поехали? Прошу. А, я. Да. В костюме это... Артур. А кто это с ним? Возможно, Хром. Улыбайся. Знакомьтесь, Маша, моя невеста. Будущая невеста и мой нынешний зам. Очень приятно, Артур. Взаимно. Познакомьтесь. Представитель, возможно, нашего будущего партнера. Я очень рад знакомству с вами, мисс. Вы очаровательны. Thank you, Henry. You are so gentle. Oh, you got really perfect pronunciation. Did you live in America? Bit. I studied in Harvard. Oh. Я очарован. My pleasure. Ну что, может быть... Займемся соревнованиями? Да, да, да. Конечно. Поехали. Спорт – это сила. Да. Саня, а где Хромов? Ну, пришел, зама своего прислал. Ну ничего, Маша его уже взяла в оборот. Прорвемся. Ну, давай, давай. Так, друзья, Орел, Решка. Орел. Решка. Игл, Решка. Игл. Давай, Маш, покажи класс. Ход в слабой команде. Ну, давай, 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 давай. Ну, что ж. Так, какой выбор? Сейчас. Бегливо. Давай, Мария, покажи класс. Давай. Ай, браво. Отлично. Продолжаем. Давай, давай, продолжай. Лидушка, давай, давай, дорогая, давай. Осторожно. Где мой мяч? Вообще-то это шар. Шар, шар. Шар. Так. Сейчас все будет. Давай, давай, как мы тебя учили? Ой. Сейчас. Осторожно. Давай. Ну, давай, все хорошо. Ой. Да. Случается. Ничего страшного. Получилось. Первый раз. Видимо, подавать кофе у нее лучше получилось. Маша. А сейчас бросит папа. Ай, папка, давай. А вас в Гарварде случайно не учили хорошим манерам? Нас учили, что ревновать при женихе не украшает невесту. И... папа! Так, закрепим на бедную серию. Оп. Ну, давай.
Благословляю. И я. Поехали. Опа. Вот он! Ну, хорошо, хорошо. Отличный результат. Все сейчас будет. Сейчас будет мастер-класс. Пожалуйста. Вы в прекрасной форме. За успех. Ну, за успех. За успех. За успех. За успех. Покажи ей, я тебя умоляю. Ты же хороший учитель, покажи Лиде. Что? Сашка, не надо, я сама. Не надо. Гарик, я не хочу проиграть с разгромным счетом. Пожалуйста, помоги. Ну что ты? Хочется. Возьми мой. Спасибо. Ой. Позволите? Пожалуйста. Благодарю. Да. Годы идут, а когда ты автометровку выбегал из 11 секунд. Простите, это вы мне? Ой, извините, нет, нет, я, знаете, так сам с собой. Знаете ли, живу один. Общаться не с кем. Вот нашел себе интересного, очаровательного собеседника. Если вы не против, конечно. Ну, попробуйте. Простите представиться. Анатолий Георгиевич, полковник, к сожалению, в отставке. Ариадна Семеновна, артистка опереты. Боже мой. В прошлом. Хотя эта профессия от себя не отпускает. А вы рядом живете? Я вас раньше не видела. Нет, я жил здесь, но потом уехал в деревню, знаете ли, поближе к земле. Ну, а сейчас вот в гостях у сына, помогаю с ремонтом. Но, правда, тут такая история, что нужно помогать не квартиру ремонтировать, а, так сказать, жизнь. Ну, женить бы не получается, так я чем могу, тем помогаю. Какое интересное совпадение. Я тоже, так сказать, группа поддержки одной невесты. Да вы что, ты же замечательно. Значит, у нас есть общая тема для беседы. Да. Хорошо быть невестой начальника. Опаздывай сколько хочешь. Я тоже рада тебя видеть. Ку-ку. Сашонечка, привет. Привет. А я испекла тебе пирог. Лидка, угадай, что я придумал. Я обязательно угадаю, только ты сначала пирог попробуй, потому что она стынет, во-первых. Во-вторых, ты у меня совсем исхудал. Ты моя худышечка. Давай. Давай. Ой, что ж такое вкусное. Это рыбный пирог. Внимание. Ням-ням-ням-ням-ням. Заходи. От вас тут такие ароматы исходят. Меня Лидка балует.
Присаживайся, угощайся. Нет, не откажусь. Это рыбные. Очень вкусные. Почему? И я попробую. А, извините. Маш, присаживайся с нами. Как раз для тебя кусочек остался. Да, да. Спасибо, нет. Вот ты зря. Угу. Лида, славный кулинар. Скажи, Гарик. Угу. Я завтракала. Потом за фигурой слежу, в отличие от других. Я позже зайду. Приятного аппетита. Ну, спасибо. Ну, если никто не хочет... Не-не, ну что значит, никто не хочет? За фигурой следить надо. Я не могу, как? Ну, все. Все, все. Маша ничего, тоже куховарит, что надо. Mm-hmm. Ну-ка, попробуй. Mm-hmm. Mm-hmm. Доброе утро. Доброе утро. Mm-hmm. Лидочка, Маша нас сегодня побаловать решила. Mm-hmm. Повезло, что нам с невестами. Mm-hmm. Да себе не хочу. Когда что ты, Маша, все успеваешь. Тайм-менеджмент. При грамотном планировании можно многое успеть. Ну, конечно. Пирожок с капустой 44 рубля, пирожок с рисом 46 рублей, пирожок с картошкой 48 рублей, пирожок с грибами и картошкой 46 рублей. Кондитерская пирожков. Приятного аппетита. А у меня с яблоком. Ты работаешь в хоум-дизайн? Что? Программа для 3D-проектирования. А, 3D. Нет. Но мне почему-то кажется, что научиться не так уж и сложно. Учиться времени нет. Распечатай, пожалуйста, с первой по 26-ю страницу, сделай по 20 копий каждой и отнеси дизайнерам. А сколько копий она сказала? 20. Отчеты по этому проекту срочно. И займитесь, пожалуйста, сначала. Подождите. Лида! Лида! Лида, это что? Это Мария велела распечатать и разнести всем дизайнерам. Но мы не распечатываем. Мы передаем на дисках или по сети, они тебя засмеют. Сволочь. А ну, подержи. Лида! Саша, открой. Саш, я знаю, что ты здесь. Открой! Она меня достала, понимаешь? Саша! Она меня унижает. Ну, все понятно. Давай в понедельник встретимся уже. Да, я обсудим все это. Артур, я провожу. Ты у себя все здесь реши. Я прекрасно знала свою работу. Почему она... Лида! Игорь. Ничего не понимаю. Пойдем-ка поговорим. Лида, ты что себе позволяешь?
Ты же на работе. Что теперь Артур подумает? Уволи ее. Лида. Ты что, думаешь, мне приятно? Я целыми днями тебя слышу одно и то же. Маша то, Маша сё. У меня нет повода быть недовольным Марией. Она классный специалист. Классная стерва, твоя Мария. Маша – невеста моего друга и компаньона. Почему я должен ее увольнять? Потому что должен. Ты это специально делаешь? Что именно? Что именно? Издеваешься над Лидой. Выставляешь ее дурочкой. Мне даже стараться не нужно. Все, на что способна твоя Лида, это кофе носить начальству. Это не тебе судить. Хорошо. У нас есть дела поважнее, чем твоя Лида. Артур не согласен подавать чудо-город. Тогда возвращаемся к бизнес-центру. Послушай. Я прочитала все, что нашла о Хромове конкурсе. Ему подадут сотни типовых проектов. И ни одного такого, как Сашин. И что? Мне кажется, что он заинтересуется, и мы выиграем. Выиграем. А Артур? А зачем нам Артур? Как зачем? У него связи с Хромовым, он участник тендера, и мы партнеры, в конце концов. Жулик ваш Артур. Скорее всего, с Хромовым он даже не знаком. Он нам не нужен. Мы можем все сделать сами. Хорошо, я поговорю с Сашей. А ты прекрати издеваться над Лидой. Звонил. Значит так, слушай меня внимательно. Гарь, привет. Здорово. Заходи, заходи. Садись. Санек, слушай, я думаю, Маша права. Нам нужно подавать чудо-город и делать это самим, без Артура. Он нас все живет. Артур нас использует. К тому же, если провернем это дело сами, то покроем кредиты на пару лет раньше. И волков боятся в лес не ходить. А если продуем? Без Артура останемся без денег. Или будем всю жизнь жалеть о утраченной возможности. У нас времени нет. Неделя до подачи. Маша все успеет. Главное, как-то их с Лидой помирить. Что-то наши невесты не ладят. Слушай, может, переведем Лиду в другое отдел, а? А куда мы ее переведем? В отдел кадров, например. А у нас нет такого отдела. Будет. Значит, эти щенки решили меня обскакать. Ага. Ну так а ты сделай все, чтобы они не успели. А то я чего-то не успею сделать для тебя. У тебя интернет есть? Сашуль, слушай, ты не поверишь, я пока здесь все убрала, я, во-первых, испортила весь маникюр. Во-вторых, у меня ощущение, что сюда не ступала нога уборщица со времен, я даже не знаю, каких времен, потому что... Лида! Что? Это был наш сервер! Я туда не подходила. Ты... Саша! Завтра
А быстрее никак нельзя? Добро, спасибо. Который час? 4:30. Мы не успеем. Простите, пожалуйста. А вот если, например, взять эти все бумаги, распечатать и отвезти? Спасибо. Я в это время суток туда 2 часа буду добираться. А я могу на метро поехать. Здесь всего 3 остановки. Лида. Да, мысль. Все документы здесь, папки, заявка. Да. Надеюсь, воду окунать не будешь? Мария. Маш. Я отвезу. Я отвезу. Я отвезу, Саш. Все. Так. Вы, главное, не переживайте, я быстро. Все будет хорошо. Здравствуйте. Кофе? Нет. Водка есть у вас? Есть. Можно? Мартини. Драй. Я не пью мартини. Это мартини, это 10 грамм. Остальное джин. Все то же самое, только пить приятнее. Вот если вы решили подкатить ко мне таким образом, то у вас ничего не получится. Я выхожу замуж и очень люблю своего жениха. Поссорились? Говорить не с кем. Да нет, просто показалось, что встретил родственную душу. А вам показалось. Жора. Лида. Слушай, Лид, может мне тебя на работу взять, а? А что, приходи, я тебе хорошие деньги положу. Должность. У кого я своих гавриков оставлю? Их это Грымза съест и не подавится. Да. И что ты мне предложить, Маша? Недвижимостью торговать как-то, ну, мелковато. А у нас тендер. Понимаю. Все. Хватит пить, я пойду. Завтра на работу. Лид, можно я тебя провожу? Да, я только что тебе объясняла. Да. Слушай, давай хотя бы выпьем, что ли, по маленькой. Давай. Вот с этим дерьмом, Да, я вас по миру пущу. Вы думаете, со мной так можно поступать? Да, я вас гною просто. Вы мне нищие по миру пойдете. Сопляки! И у вас нет ни единого шанса пройти с этим дерьмом! Это я сказал, ясно? Здравствуйте, Машенька. Хорошо выглядите. Здравствуйте. Саш. Нет, ты знаешь, он прав. Это дурацкий проект никудышнего архитектора. Я не понимаю, как вообще могла прийти в голову мысль этот проект продвигать. Ничего, есть... В конце концов, замечательный рынок, стройматериалы. Будем ими торговать. Не говори так. Это отличный проект. И ты замечательный архитектор. Просто тебе нужно больше уверенности и напора.
Ты уже думал, что будешь говорить на вступительной речи? Господи, что ты говорить надо? Маш, давай я тебе предоставлю это почетное право. Нет, Саш, ты автор, ты директор, тебе и говорить. Я тебе помогу. Давай. Я не знаю, что печатать. Ну, давай я начну. Самое сложное – это начать. Ну как? Мне очень нравится. Ну, давай теперь сам. Шавасана-йога, друзья. Поза мертвого человека приведет вашу нервную систему в порядок. Лида. 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 Ты совсем очумел, что ли? Идиотка. Идиотка, это ты. А это шавасана, специальное упражнение из йоги. Или вас в вашей деревне этому не учили? Сама ты деревня. Ретарет крази. Чему ты еще у меня научилась, мартышка? Я, может быть, и мартышка. А вот ты, ты настоящая акула. Хватаешь все, что не попадя. Я хватаю свое. Может быть, и свое. Мне кажется, совсем наоборот. Оставь Сашу в покое. Игорь, оставь в покое. С чего это они? Беременна. Точно. С моей Люськой такое же было. Когда первого носила, что не по ней сразу драться лезла. Привет. Привет, садись. Я не могу, у меня английский. Все равно подвезу. Ладно. А английский тебе зачем? В Америку хочу улететь. Говорят, бегаешь по утрам. Угу. 60 километров в час. К Олимпийским играм готовишься? А то. Хочешь быть похожа на Машу? Зачем? Будь собой, у тебя же все отлично. Жизнь, работа. Самый лучший в мире парень. Сашка Купцов. По прозвищу Хомячок. Ну, по крайней мере, Хомячок не ведет двойную игру. Ты о чем? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Значит так. Ты выполнишь дело. Я как обещал. Офис на 25-м этаже твой. Да, с этим прекрасным видом. Но смотри, чтобы не было у нас прокола, как в прошлый раз. Саша вызывал. На работе Александр Васильевич. Уже настучали? Не я первая начала, Лида... Про Лиду я сам все хорошо знаю. Ты мне лучше про себя расскажи. Что про себя? Саш, какая муха тебя укусила? Цикатуха. Тебе смешно? А вот мне, представь себе, нет. Почему я обо всем узнаю последним? Почему вы бегаете вокруг меня, как мыши, вот это все интриги плетете? Ты сейчас действительно похож на кота. А ты? Почему ты не сказала мне, что беременна? Я беременна? От кого? Какой хороший вопрос.
вообще не понимаю, как она может тебе нравиться. Ну, красивая, но умная. Но она же жестокая. Привет. Чё празднуем-то? Сашка, ты что, пьяный, что ли? Я вижу, ты уже отпраздновал. Да, Сань? Так повод-то какой? Какой повод? Ну так давай, расскажи нам, вместе отметим, как в старые добрые. Мы же друзья, Сань. Хороший друг. У него невеста беременна. А он здесь уже мюхлёстывает. Что? Ой, это секрет, прости. Прости. Ты не сказал Лиде, что ты... На, жуй, жуй, Сань. Ты не сказал Лиде, что скоро будут бегать маленькие киндер-эггеры. Сань, ты чё? Чё ты несёшь? Чё ты городишь-то? Не смешно. Маша беременна. Саня! Кто последний, тот и папа. Счастливо оставаться. Кепка моя. Сань! Лида, спокойно, спокойно. Я спокойно. Спокойно, Саня пошутил. Лида, счет, пожалуйста, Лида! Такси! Лида, да подождите! Да куда ты лезешь? Я тебя прошу, иди ко мне, иди сюда. Ну что-то я не понимаю, ну такой глупый, ну поедешь ко мне жить подальше от этих баб. Что-то я не понимаю. Опаньки. Купцов, ты что тут делаешь? Я этому мужику пропасть не дам. Где этот аквакрикумист? Аквакрикумист! Испарился, я увольняю. Ты, Ветров, тоже, кстати, уволен. Что сказал? Я сказал, да уволен. Я директор, а мне решать. Ты директор, я директор. Хорошо, Купцов. Я заберу с собой половину коллектива, дальневосточный филиал, Лиду Машу. Вот тебе Лида. Вот тебе Маша. Дальневосточный филиал. Ты уволен. Купцов, Купцов, починись. Ты уволен. Ты уволен, Купцов. Ты уволен. Все, я пошел. Ты уволен. Ты уволен. Это я пошел, отдел кадров. Смирись. Это я отдел кадров. Кажется, невеста моя идет.
Ой, Маш. Ребят, вы что, с ума сошли? Вот это жених твой уволить меня хотел. Правда, я его тоже. Послезавтра презентация. Вот, ты меня увольняешь. Mm. Я бы вас обоих уволила. Она может? Она дома сею головой, ты добычи не дай. В общем, Игорь с Купцовым накушались так, что мам, не горюй. И ты не знаешь, по какому поводу? В офисе пустили слух, что я беременна. Это Игорь? Нет, ну что вы. Мы с Игорем... Ну, в общем, мы не пока... Ага. Ну, понимаете? Если бы вы не пока, а уже, то такой слух был бы нам на руку. Игорь приперт к стене, вы идете под венец. И ты быстренько исправляешь положение и попадаешь в положение. А вы цинична, Ариадна Семеновна. Я практична, моя дорогая. Не отставай! Что, старичок, тяжело? Надо меньше пить. Слушай, не издевайся, а? Вообще сегодня выходной, чтобы поспать дала. Ага. Свежий воздух, утренняя пробежка – лучшее лекарство. И потом надо быть в форме. Я и так в форме. Ай, ай. Ой, Горюш, помоги, я, кажется, ногу подвернула. Дай посмотрю. Держись. Так, больно? А больно. В сторону? Больно, больно, не дави. Да? Вот здесь? Да, больно. Придешь домой, приложишь холод, только забинтуешь и будешь бегать. Я идти не могу. Не проблема. Оп. Удобно? Тяжело? Нормально. Как ваши дела с женитьбой вашего сына? Эх, Ариадна Семеновна. Может, это и неправильно, но у моего сына была девушка, она ему больше подходила. У нас с вами, Анатолий Георгиевич, проблемы одного порядка. Кстати, вы что бы посоветовали моему сыну? Бороться за свою первую любовь или поддаться новому увлечению? Пусть слушает свое сердце. Я по опыту знаю. Новым чувством старую любовь вытеснить нельзя. Вы мудрая женщина. Как жаль. Ты не сломала ногу? Что так близко наш дом. А? Ты что, уже устал? Ха. Может, все-таки приложим лед? Чего, нормально. Машенька, ты дома? Да. На кухне. Ой, здрасте. А, Игорюша. Здравствуйте, Ариадна Семеновна. Здрасте, здрасте, не буду вам мешать. Нет, нет, нет. Нет, что вы, садитесь. Присаживайтесь, чайку с нами попейте. Раз вы настаиваете. Спасибо. Конечно. Спасибо. Так. Катит. Ой. А откуда у вас это кольцо? Вот это? Да. Забавная история. У меня тайный поклонник объявился. Подарил это кольцо. Шикарный букет, а в нем записка с предложением руки и сердца. Ну, такой нерешительный. Мальчика вместо себя прислал.
Вот теперь жду, когда он объявится лично. Извините. Игорь. Игорь. А как же чай? Что это с ним? Не знаю. Пап, здесь я, здесь, сынок, здесь. Пап, посмотри, какая тебе больше нравится? Это или вот это? Это катастрофа. Курьер все перепутал. Он отдал мое кольцо соседке. Лида вообще не знала, что я предложение сделал. Ну, вот ваша технология. Что теперь делать? Может, пойти все и рассказать? Даже не думай. Девчонка и так за тебя настрадалась. Теперь хоть побудет счастливой. О. Выходит замуж. Прекрасно. Кстати, за твоего друга. Им не обязательно об этом знать. Да, ты прав. Предлагаю в эту субботу пожениться. Потом просто разведемся и все. А пока Сашкины подозрения отведем, да и Лида успокоится. Что скажешь? Мария! Хорошо выглядишь. Свидание. Угу. Лида, а что ты делаешь в эту субботу? Не знаю, что нужно. Приглашаю тебя на свадьбу. Поздравляю. Вот вы где. Я внизу. Лидочка, поехали, пора в хром обдуть. Нас ждут. Нет, Сашенька, я не поеду. Почему? Потому что я подумала, мне правда лучше уйти. Да и к свадьбе нужно готовиться, да? Как скажешь. Ребят, вас долго ждать? Я подожду. Не забыл. Лида, ты что, не едешь? Нет, не еду, мне нужно приготовить вещи. Поздравляю тебя со свадьбой. Спасибо. Гарик, поехали. Да. Это Хромов. Ну, что ж, господа, приступим. До финала дошли две компании, и они сегодня будут делать свои презентации. И первым презентацию будет делать господин Купцов. Прошу, господин Купцов. Уважаемые господа, дамы, позвольте начать. Наша компания предлагает уникальный по своей сути проект, не имеющий аналогов в современном городском строительстве. Прошу ваше внимание на экран. Зачем я вас, мой родненький, узнала? Зачем, зачем я оборвила вас? Раньше я ведь этого не знала. Теперь... Да, действительно, не имеет аналогов. Отсюда. Господа, это недоразумение. В течение получаса нам привезут нужный диск, и мы с удовольствием представим наш проект. Ну, подождем. А вы, господин Купцов, вот это вот обязательно пошлите на Евровидение. У вас есть все шансы дойти до финала. Да, попросим пока рассказать и показать свой проект господина Жукарина. Прошу, господин Жукарин.
Да. Наш проект, конечно, не такой оригинальный, как у конкурентов. Но все-таки. Прошу. Наш проект – это прорыв. Это инновация в градостроении. Прошу внимания на экран. Наш проект называется «Чудо-город». Сейчас мой ассистент раздаст буклеты. Вика, прошу. Спасибо. Я набью ему морду. Саня, Санич. Ребята, что случилось? Все случилось. Что? Артур украл наш проект. Как украл? Вика все ему слила. Сволочь. О, привет. Ты знакома с Хромовым? Нет. Ты же с ним поздоровалась. Это Хромов. Да. А ну, подержи. Он готов нас выслушать. Вы можете что-нибудь вспомнить, что угодно, чего никто не знает, кроме вас. Ну, только мы в смысле. Быстрее. Подожди, помнишь, ты говорила о каких-то звуковых эффектах? Да, 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 там цилиндры, в них крепятся. Давай, пошел, 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 пошел. В них крепятся струны, и они создают звуковые эффекты, когда дует ветер. Господин Жукарин, можно вас на секундочку? Конечно. Господин Жукарин, а каких архитекторов вы привлекали для работы над этим проектом? Архитекторов? Да никаких. Все вот этими вот руками. Я ведь по первому образованию сам архитектор. Что вы говорите? Серьезно? Слушайте, вы меня приятно удивляете, господин Жукарин. Может быть, тогда проясните мне, а какую функциональную нагрузку несут эти полые цилиндры в экстерьере главного здания? Это просто вентиляция. Вентиляционная система спрятана от глаз в соседнем здании. Нет, ну я сейчас конкретно не могу сказать. Проект большой, мне надо поднять документацию. Ясно. Ясно. Ну что, господа, поздравляю вас. Работайте дальше. Леночка, очень приятно было с вами. Спасибо, Жор. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. А ты уволен. Ладно. Тендер. Ну что, давайте выпьем. За справедливость? Да, справедливость. До свидания. Это еще не конец. Давай! Ой, могила! Оп! Есть! Давай! Я, признаться, сердита на вас, Анатолий Георгиевич. Вы использовали меня. Я вам душу открывала, советы давала. А вы? Ариадна Семеновна, ну зачем же вы так? Ну, я право, я не знал, что Игорь и Маша... Хороший, давай. Ну, ей-богу, я ничего не знал. Оп, пяточкой. И как вы могли подумать, что я могу вас как-то вообще обидеть? А Маша, кстати, оказалась хорошей девочкой. Значит, вы уже не хотите, чтобы Игорь бросил Машу? Ариадна Семеновна. А кто говорил, что нужно слышать сердцем? Давай.
Давай. Давай, жду. Ну. Че так слабенький, старичок? Я ж просто тебя подаю. Так, ты готов? Готов. Ну, смотри мне. Давай, навесом. Лови его! Это Саня, друзья! Саня! Ну так помоги ему! Да он сам справится, он большой. Чудики. Тихо. Холодно. Ничего, не замерзнешь. Ты его любишь? Кого? Сашку? Конечно, люблю. Я ему еще и сына рожу. Игоря. Дорогая, это ты у нас по чужим женихам. Игорь до сих пор тебя любит. О-о-о, по-моему, ты окончательно сошла с ума. Сашенька, давай, не подведи! Он сделал тебе предложение еще месяц назад. Месяц назад, по-моему, он крутил шашни с тобой на Дальнем Востоке. Или я ошибаюсь? Послушай, он отправил тебе кольцо с курьером. А он перепутал адрес. Передал кольцо не тебе, а Ариадне Семеновне. Там не было подписи. И что? Представь себя на месте Игоря. Он приезжает к невесте, она выходит замуж за его лучшего друга. Ты меня хоть сейчас не обманываешь? О, Господи. А что ж теперь делать? Ничего, что-нибудь придумаем. Вот, взял. Давай. Штанген. Сыкуль. Опа. Ну, Сань, стой, Виндарин. Девчонки! Да! Мальчишки! Идем. Давайте. Идем. Шашлык готов. Ида. И прошу к столу. Ребят, заканчивайте. Один. Сейчас я его сделаю. Опа. Есть! Молодец, Саш! Только посмотрите. Давай. Столу. Вот, прошу. Шашлык мастера. Ой. Ты, надеюсь, не все, пап? Да, да нет, ну там еще есть. Кстати, да, друзья, мы же с Сашкой тут посовещались и решили, что ну, было бы здорово отпраздновать нашу свадьбу в один день. Если девочки не против. Конечно. Браво! Внимание. У меня созрел тост. Я хочу выпить за вас. Вот за вашу дружбу. За вашу любовь. Вот посмотрите друг на друга. И у вас все получится. Ну, за вас. Ура! Ура! Игорь Петров. И Мария Румянцева. Прошу вас. Уважаемые дамы и господа! Мы приветствуем родных и близких прекрасной пары молодых Игоря Ветрова и Лидии Тимохиной, принявших решение скрепить узами закона. Мария Румянцева. Лидии Тимохиной. Игорь Ветров и Мария Румянцева. У меня написано Лидия Тимохина. Послушайте, это ошибка. Лидия Тимохина расписывается позже. Молодой человек, я никогда не ошибаюсь. Я вас уверяю, это Мария Румянцева. Все правильно у вас написано. Я Лидия Тимохина. Так, молодые люди, давайте побыстрее определяйтесь. Мы определились уже. Правда, Игорь? Я не поняла. Мы
Врачуемся? Врачуемся. Игорь, согласны ли вы взять в законные супруги Лидию? Согласен. Лидия, согласны ли вы стать законной супругой Игоря? Да, я согласна. А как вам моя идея, Анатолий Георгиевич, а? Просто потрясающе. А у меня есть и еще. Ариадна Семеновна. Друзья, позвольте, позвольте, пропустите. Ну, как тебе такой ченч? The best! Саня! Ну, чё тебе давай, а? Вот, и сейчас. Игорь, а? Ты уволен! Ну, да ты уволен! Счастливо! Давай! Давай, Мазила! Готова? Да. Ну, все. Вы не подскажете, это 86-й дом? 97-й! Спасибо. Шаг по стеклу над землей. Рядом ангелы живут. Сыпят с неба снег зимой. Смотрят вниз на города. Там всегда один из них с тобой. Меня тоже кто-то любит. Шаг, как по лезвию ножа, замирает сердце. Ты не забывай дышать. Я же знаю, за стеклом там твой дом. Жаль.